День Победы, как поется в известной песне, праздник со слезами на глазах. Жители станицы Северской почтили память защитников Отечества у вечного огня в парке имени Пушкина. Мужчины и женщины, дети и старики – все пришли к мемориалу, чтобы поблагодарить воинов за возможность строить будущее. Возложили цветы и глава района Андрей Дорошевский, его заместители и руководители служб, депутаты ЗСК Сергей Орленко и Андрей Куемжиев. В честь праздника в парке организовали тематические площадки, фотозоны, настольные игры. Андрей Дорошевский лично осмотрел стенды и инсталляции военного времени, призывной пункт, госпиталь и привал. Особое настроение празднику придало выступление ансамбля «Весна». Вместе с детьми они исполнили посвященную родине песню. Нам нужна великая Россия. Нам нужна великая страна. На танцевальной площадке прошел фестиваль-конкурс творческих коллективов «Не стареют душой ветераны». Районные артисты под громкие аплодисменты исполнили всем известные песни военных лет. Жители с большим интересом посещали тематические выставки. Такие всенародные гуляния – первые за последние несколько лет. До этого 2 года масштабные мероприятия были под запретом из-за ковидных ограничений.